думаю, опять будет дождь. Дождь? Не думаю. Прогноз погоды хороший. Прогноз может быть и хороший, но посмотри на небо. О, здравствуйте. Здравствуйте. Какая большая компания. Да, у нас будет экскурсия. Это будет экскурсия «Неизвестная Москва». Да. Это очень интересно. Может быть, вы тоже летите? Спасибо. Мы очень хотим. Но, к сожалению, сегодня не можем. У нас билеты на футбол. Сегодня финальный матч сезона. Очень жаль. Мы идем на автобусную остановку. Вы тоже едете автобусом? Нет, мы едем на машине. Черная кошка. Теперь у нас будет неудача. Неудача будет только у того, кто пойдет первым. Я готов. Можно я буду первым? Я не суеверный. Извините, Ильич. Но я думаю, что я должен быть первым. Это русская черная кошка. Американцы должны бояться американских черных кошек. Нет, Джим, мы не можем рисковать. Ты гость. У себя дома ты можешь идти первым. А у нас... До свидания. До свидания. До свидания. А вы не идете? Нет, нам надо идти в другую сторону. Наша машина там. Да. До свидания. Желаем хорошо провести время. Спасибо и вам также. Всего хорошего. А я в черных кошек не верю. А я верю. Опять она. Или будет дождь, или наши проиграют. Ты же сказал, что не веришь в черных кошек.